Вот только Роснефть внимание на нас обратила и вдруг выразила желание помочь, поразив все СМИ. Вот только пошла сюрпризить, решив угодить нам всем. На 10% снизить весь ценник на ГСМ. Вот только что Игорь Сечин сочувствие выразил нам. ДВ, словно поле сечи, не просто поди пацанам, как вдруг в ФСБшной сводке тихонько и невзначай заводик по переработке нашелся подпольный. Ай! Уже полтора годочка в бурейских родных местах работает эта точка, играючи нефтью. Ах, пока это все творили, верша сырьевой разбой, 100 лямов рублей наварили в обход государства. Ой, как явное стало секретным, как волка проспал пастух. Заметное, как незаметным вдруг стало тихонько. Ух, чтоб сделать из «были» сказку, не надо искать хитреца. Фемиди не зря повязку рисуют поверх лица. На заднем дворе магазина бухашку в ночи продают, и люди пивас и вина для всех незаметно пьют. В общагах китайцы вместо студентов секретно спят. И их не согнать с насеста. Они с головы до пят прозрачны, бесплотны, бесцветны, тишайше до одного. И в силу того незаметны. А может, не в силу того. Ликерки давно уж нет, но за пару больших монет дом строится незаметно, хотя разрешения нет. Хоть люди и мечут градом, хотя извергается гром, растет незаметно рядом непрошенный космодром. И нет ничего тут такого. В России царит уговор. Мы все сыновья Сердюкова. Не пойман, а значит, не вор.